привет, с вами Тимон Савос, наш оператор, и Северон. Всем привет. Мы сегодня привет. Будем делать челлендж на действие своего друга на стройке. Так что поехали. Ладно, сейчас Северон будет прятаться, вот он находит. Так, считаем до 3 суки. 7, раз, привет. 2, 3, 4, 5, 6, здорово. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Поехали искать. Всё, начнем с второго этажа. Мы уже начали. Дальше никого не видно. Но я уже догадывалась, что он на втором этаже. Нет, ты его не ищешь, только лично я ищу. Нету. Так. Погнали на этой лестнице. Смотри, если его на первом нету, то он в подвал пойдем? Нет, он в подвал не забежит. Нет. Да я не пускаю. Пока что его не видно. Интересно, куда он делся? Подвал. Его там нет, не знаю. Вот.
Не, он просто с этажа на этажа прыгает. Там никак. Короче, иди топчи там. Уже там только что было. Топай там. Это ты прыгнул? Ты прыгнул? Хорошо, залипался, да?
прислушайся там. Ты уху, ухукаешь. Я везде. Иди спускайся тебе. Ты где был? Вон там. Все, 10 минут прошло. Окей, теперь я. Так, мы без записи. Да. Без записи. Посчитали до 30. Сейчас даю оператору. Ты зачем кольцо уже отрыл?
очень круто. Да пускай на первом. В подвал нельзя. Так, я никого. Да. Стой! Ты тут, я там? Ты тут, я там? Ну что, на камере очень хорошее качество. Нормально. Нет. Но я знаю одну четкую нычку. Она находится на втором этаже. Она вообще настолько четкая. На первом нет. Слышь? Стой, погодь. Нету? Да иду, я иду. Погодь. Меня. У меня нога болит. Чё, на второй? Ну не топить ты. Нету? No. А ты говоришь, что ты где на... Да, вон там, а вот. Улыбнись хотя бы, поисковик. Да, да. Не, в подвале же нельзя. Вот эту вот нычку я ему хотела показать. В бок посмотри. Вот она, эта нычка. Чётенькая, да? Так, на третий этаж. Не видишь, что там? Надо было, знаешь, ещё уточнить? Чё? Нельзя не помню. Да, согласен. А? Ага. Я даже если увижу, я тебе не буду говорить. На улице нельзя. Как это вы не уточняли? Я у него спрашивала, на улице можно камни тебе искали? Он сказал, то, что нет.
самого стола, кому плохо. Я говорю, он бы в подвал не пошел. Потому что мы уточнили то, что в подвал нельзя. Сколько я прошло? 5. Ну, 6, можно сказать. Сейчас 48. Жалко, что у него нет камеры. Типа на сегодня минуты уже можно просто сказать. Там видите, ты не подушка. Погодь! Ну там мы уже смотрели, а сюда мы еще не ходили. Да, в ту сторону. Ну там он есть. Так, дай-ка телефончик. Да. А? Не хочешь подсказки спать? Ну что? Включи фонарик. Он тут не включается. А ты где сидел? Ну, вон там. Ага. Поэтому туда и спрятался. Ага. Так. Режим ночного тут не поможет. О. Да мы говорили, что... Да фиг его знает. Вы? А. Там ход есть. Угу. Вообще не надо. Почему? Да, походу его тут точно нет. Сказать вам, что подсказку дал? Ну? Дай подсказку! Он глухой. Дай подсказку! А прикинь, если он вообще ушел отсюда, в стройке? Ага. Опа! На дереве там! Следующий. Ну здравствуй, обезьянка! На дереве. А фиг его знает, как залезал, так слезай. Давай, кидай. Короче, я за стенку Так что все. Всем пока, с вами был Тимон Савас и Сильон. Всем пока. Вот и мы.